Я от дуже вчора ще хотів поговорити на цю тему, але хлопці з Легіону Свобода Росії не знайшли часу. Ну, очевидно, вони так само дійсно зайняті там виконанням важливих завдань на лінії фронту. Тому, друзі, я дуже радий, що сьогодні до нас має нагоду доєднатися Олексій Барановський з позивним «Любисток». Це оператор БПЛА, доброволець Легіону Свобода Росії. Пане Олексію, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні! Доброго вечора. Пане Олексію, ну от для початку давайте трішки детальніше, якщо можна, от все ж таки, що це за декларація була підписана у 22-му році в Ірпені, між ким і ким, про що там йшлося, ну і чому зараз виникають якісь оці непорозуміння? Поясніть, ну так, простіше, простою мовою, як би можна. Знаете, да, эта декларация была о сотрудничестве с Ильей Пономаревым как представителем Национальной Республиканской Армии. Это, так сказать, партизанская такая подпольная организация, о которой, к сожалению, давно ничего не слышно. Вот. По большому счету, на самом деле, конечно, ни о какой НРА Республиканской Армии речь не шла и в тот момент. Речь шла о том, что Илье Пономареву предоставляется некий такой, знаете, карт-бланш, возможность проявить себя как политику. Да, действительно, он депутат Госдумы, который голосовал против аннексии Крыма, и этим вызывает уважение к себе. Но помимо декларации нужны еще и конкретные действия. Вот как в Украине есть тезис, что ты либо на фронте, либо для фронта. Так, собственно, и мы из этого исходим. Ты российский оппозиционер, если ты воюешь вот в составе добровольческих подразделений или занимаешься помощью нам, если ты сам не можешь воевать. Mm-hmm. Поэтому Пономарев как вот один из первых таких политических тяжеловесов, кто высказался о поддержке силовых методов борьбы с Путиным, это да. Но помимо поддержки нужны конкретные действия. Война идет третий год, а помимо слов о поддержке, о каких-то там вот фантазиях, о том, что там какие-то идут декларации, консультации, это все очень хорошо, но нам нужны дроны, нам нужны тепловизоры, нам нужны автомобили. Война – это постоянный расход сил и средств. Одними политическими декларациями сыт не будешь. И вот мы рассчитывали на то, что Пономарев станет тем хабом, тем объединяющим, значит, российскую оппозицию в эмиграции человеком, кто сможет организовать системную поддержку добровольцев российских со стороны российской эмиграции-оппозиции. К сожалению, этого не произошло. Собственно, поэтому Ирпенская декларация была денонсировано с нашей стороны, поскольку, ну, фактически никакого дальнейшего смысла в этих деклараціях уже просто не осталось. Ну, а пане Олексію, а тоді, бо, ну, до прикладу, що роблять хлопці, які приходять сюди і входять, долучаються до добровольчих корпусів, Свобода Росії, там, чи російський добровольчий корпус, там, чи інші, зрозуміло, їхня мета зі зброєю в руках, так, протистояти своїм, ну, даруйте, землякам, так, але для того, щоб змінити, скажімо, політичний стрій в Росії, зокрема. А конкретно, от, ну, той такий Ілля Пономарьов, як представник опозиції в екзилі, так би мовити. От, ну, що, скажімо, таки, який результат його роботи от за ці три роки там повномасштабної війни? Я просто хочу зрозуміти, ну, от, яким напрямком він опікується, який коефіцієнт корисної дії від цього? Коэффициент не очень большой. То есть, когда Пономарев едет, например, там в Штаты, в Конгресс и рассказывает о том, что, оказывается, есть еще и другие россияне, которые с оружием в руках борются против Путина, знаете, для американского политикума это для многих открытие. Это полезное направление работы. Но тогда давайте будем честны, пускай Пономарев едет в Штаты и там и живет, и занимается вот лоббизмом и продвижением наших интересов на капиталистском холме. Но если он находится в Украине, вот у него дом подвергся атаке шахедов сегодня и так далее, так, то тогда давайте, наверное, мы будем все-таки более активно поддерживать тех нас, кто борется с путинской агрессией с оружием в руках. За два года, кроме слов о поддержке, мы, к сожалению, так и не увидели никакой конкретики. Вот, например, форум «Свободной России» Гарри Каспарова, они нам присылали и дроны, и не только нам, и РДК, они там что-то собирали деньги на автомашины, проводили аукционы. Это та помощь, которую можно пощупать, что называют.
К сожалению, со стороны Пономарева и съезда народных депутатов дальше декларации речь не пошла. Но так не может продолжаться бесконечно. Тому що ти либо на фронті, либо для тих, хто на фронті. Можна, ну, тобто я правильно розумію, що можна, мова йде про такий, ну, скажімо, певний конфлікт, так, між Легіоном Свобода Росії. Я чому питаю, бо перед тим просто Денис Нікітін, там десь з півроку тому, напевно, я слухав його інтерв'ю Софії Середі на «Українській правді», і він там так само сказав, каже, що, ну, спочатку там сподівались на щось, а потім навіть коли була підписана ця декларація, то РДК вирішив вийти одразу з цього процесу ще на старті, бо, ну, там начебто Пономарєв змінив текст в одноосібному порядку. І я просто думаю, чи тоді, скажімо, знову ж таки, ну, він так само ж мені доводилось читати, скажімо, що начебто Пономарьов причетний до створення Легіону Свобода Росії. І от я просто думаю, чи тоді було ще незрозуміло, що так може все завершитись? Пономарьов не причастен ніяким образом ні к созданию Легіону Свободи Росії, ні к созданию РДК. Он только позже уже присоединился со словами поддержки. Но поддержка не равно создание, не равно участие. Понимаете, все время риторика, которая исходила из него, она заключалась в том, что, ну вот, Легион – это прообраз там будущей армии. То есть кто-то за нас определяет, чем мы будем заниматься в России после Путина. Это не так. Мы добровольцы, мы Легион, мы РДК, мы Сибирский батальон. Мы будем определять, кто чем будет заниматься. Вся полнота власти будет у тех, кто, собственно, Путина свергнет. Для этого нам не нужно разрешение там, Ильи Пономарева, кого бы то ни было еще. Мы пригласим технократов. Мы пригласим специалистов, мы пригласим тех, кто внесет свой вклад в свержение путинского режима. Но это мы будем решать, кто будет строить новую Россию. За нас никто этого решать не будет. Пане Олексію, які зараз завдання ставить перед собою Легіон Свобода Росії? І в тому числі, ну, як він, скажімо, бачить територію України після завершення війни? Безусловно, мы, как и все украинское общество, рассчитываем на то, что границы 91 года, международно признанные границы Украины, включая Крым, Донбасс, это все должно вернуться в Украину. Но другое дело, что, конечно, враг по-прежнему силен и не собирается он ничего отдавать, поэтому вся война, вся борьба, вся кровь еще, к сожалению, впереди. Я знаєте, чому наше діло як воєнних бороз. Я знаєте, чому про це спитав, пане Олексію? Тому що я знайшов інтерв'ю Іллі Пономарьова, мені здається, незаслужено забути, за 22 березня 2014 року. Минув на той момент приблизно тиждень після цього голосування, про яке ви згадали, де він проголосував проти приєднання так званого, ну, а це анексія по факту Криму до Росії. Я не знаю, чи ви бачили це інтерв'ю, але на пряме питання журналіста тоді, вже після голосування, як ви относитесь к тому, що произошло с Крымом, відповідь пана Пономарьова така ж пряма и однозначна. Я считаю, что Крым должен быть частью России, что это русская земля. У меня нет никаких сомнений ни в легитимности прошедшего референдума, ни в воле подавляющего большинства крымчан, ни в отношении к этому большинству граждан. Я считаю, мы должны быть вместе. Украинские, белорусские и российские народы, которые входили когда-то в СССР, мы единая семья, у нас общая история. И, ну, можна було б подумати, що хтось щось неправильно зрозумів, але на уточнююче запитання журналіста, як же до цього такого демаршу поставляться його виборці, він сказав, люди же знають, що я за те, щоб ми були в місті, Крим і Росія. Вони знають, що я голосую не проти того, щоб Крим був частиною Росії. Я вважаю, що процедура просто неправильна. Но хочу, щоб ми були в місті з Україною ціліком, а не по частям. Чи читали ви це інтерв'ю, ну, і як до нього ставитися, або якщо не читали, то що, ну, як це можна, можете прокоментувати? Ну, звісно, я в курсі цього інтерв'ю, ну, Илья Пономарев должен понимать, что интернет все помнит. И когда ты делаешь какие-то заявления, ты должен нести за них политическую ответственность. И, собственно, то, что вот эти его слова цитируются довольно обширно и регулярно, собственно, кто его тянул за язык? Его никто за язык не тянул. Понимаете, тут, ну, с другой стороны, это, конечно, дело уже прошлое, там, 14-й год. Люди изменяются?
Люди здатні зміняти свої позиції в цьому питанні? Могут меняться в каких-то вопросах. И многое и Пономарев, наверное, передумал и осознал. Другое дело, понимаете, что ну, вот сейчас он гражданин Украины. А, вот он там в том же вот заявлении своем жаловался, что его не пускают там на ноль, якобы кто-то его пускает. Так. Вот иди мобилизуйся и поедешь на ноль защищать страну своего гражданства. Вот у меня нет украинского паспорта, к сожалению. Хотя бы я хотел его получить когда-нибудь. Я надеюсь, что я его заслужу. Но я доброволец. Я с оружием в руках защищаю Украину. А у Пономарева уже есть паспорт Украины. Но что-то вот как-то он не спешит вступать в сбройные силы Украины. И это тоже определенного рода показатель. Можливо. Пане Олексію, я дуже дякую вам за розмову. Успіхів вам у вашій боротьбі, у нашій спільній боротьбі. Олексій Барановський, позивний «Любисток», оператор БПЛА, доброволець Легіону «Свобода Росії».